Что за сетка вот эта вот? Что за забор, мне интересно? Под моим домом. Ладно, здесь у нас тишина, и это, кстати, не мой дом. Потому что вот она, моя база, она находится здесь. И тут у нас, естественно, ничего не происходит. Так, ладно, так получается, это шахта, да? Значит, из шахты, вот, мы попадаем сюда. И идем, 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 идем по кругу. Опять у меня заглючило, улетело, зараза. Это что такое? Идем, 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 идем. Как мы видим, ничего мы не пропускаем. Да это же охренеть! Чуть за шахта-то такая. Это серьезно? Это метро! Это тупо метро, какая нахрен шахта? Так, 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 так. Здесь у нас что? А здесь у нас... Ля, ребята. Посмотрите. Давайте здесь мы появимся. Ну-ка. Это вот мы причесали вот к такой. Это, ну, по лестнице не умеет подниматься персонаж гташинский. Я не знаю. Это просто... Ребят, это эксклюзив. Ну, я думаю, много, конечно, кто в курсе об этом. Я узнаю это впервые. Стрёмно, ребят. Напишите, пожалуйста, комментарий, если вы первый раз об этом узнаете. Я вас умоляю, ребят. Мне очень важно посмотреть на тех людей, как и я, которые узнают об этом впервые. Это чё? Бомба. Покупка бомбы. Офигеть. Вы хотите купить бомбу за 50 тысяч? Конечно. Покупка доступна для членов мафии. Ну, я думаю, да, это достаточно популярное место. Кстати, мафии, 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 это же только с обновлением. Угу. Это же только с обновлением мафии были доступны. Оружейный склад. Короче, смотрите, это роднорубка. Это, ребята, для меня это эксклюзив. Я впервые узнаю об этом месте, похоже на заброшенную воинскую часть. Кто играл в GTA 5? Генераторная. Кто играл в GTA 5? Там, получается, в Бутырёво вот такой вот подземный ангар. Вон, да, тоже выход на этот, на улицу. Только посмотрите из него, какой сделали стрёмный. Стрёмный вообще сортир здесь. А там вообще как все новенькое в GTA 5, Радмир. В Бутырёво. Вот этот ангар находится. Ладно, что, поднимаемся наверх. Мне кажется, это только с новым обновлением вот это вот добавили. Странно, что я не видел этого у Ковалевского. Господи, боже мой. Так мы и есть Бутырёво. На этой же зоне. Ты ё-моё. Неужели я такой печенька, что узнаю об этом впервые? Блин. Ребят, пожалуйста, пишите комментарии. Ну, это понятно, это гоночная трасса, блин, Бутырёво. Тут пацаны устраивают заезды, спорят с друг другом, делают ставки и так далее. Ну, короче, это просто как бы... Это только знают мафии, короче. Опять у меня заглючила стрелочка. Блин, не знаю, что происходит в офлайн. Так я и не понял. Так, ну давайте еще раз попробуем. Ребят, я не знаю, конечно, возможно, эта серия получится максимально такой скучной и однотипной, однообразной получается. Я только один болтаю сам собой. Но на самом деле я узнаю очень важные аспекты и, более того, раскрываю их вам. Потому что я хочу все-таки понять, каким образом можно проникнуть на мою военную территорию. Мою военную часть, где я являюсь лидером. То есть я делаю этот эксклюзив для вас, чтобы вы могли проникать, создавать нам какие-то проблемы, естественно, в РП-ситуациях. То есть не просто как там печеньки мешать и постоянно ДМить и это самое, тимкилить. Так, 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 так. Или как она там, спаун килить. Идем, 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 идем дальше. Смотрите, это метро, оно реально не эксплуатируется. Ребят, я не помню, чтобы это метро было раньше, честное слово. Идем, идем, идем. По подземному городу. Вот, посмотрите. Так, а вот у нас это метро, посмотрите. Ага. Ну все, это, я думаю, точно было, потому что я еще... Все, я, кажется, вспомнил. Короче, когда я проводил еще конкурс,
кто меня догонит и передаст мне 1 рубль, тот получает тачку. И пацаны мне подсказали, чтобы я взял мотоцикл и полетел именно по этим шахтам. Вот оно, ребята, метро заброшенное. Как аутентично сделали. Молодцы. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой. Моя голова. Угу. Турникет здесь, типа, по идее, должен быть. Блин, кстати, недавно побывал в московском метро первый раз. Ну, правда, это было, когда я ехал покупать гелик. Ну, для меня это было недавно относительно. Так, я ничего не пропустил там? Ничего не пропустил там. Ладненько, идем дальше. Поднимаемся, поднимаемся. Я думаю, надо мне опять переходить во флай и лететь. Это что? Это конец? Это конец? Серьезно? Да нет, это по-любому, я думаю, какой-то эксклюзив. А почему не доделали? Интересно. Ладно, заготовочка тут у технарей заготовлена. Интересно, интересно. Значит, это не то место, которое мне подсказывали пацаны. Это просто какая-то остановка. Наверное, еще есть остановка. Ого, еще одно метро. Так, 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 так. Главное бы не запутаться. Давайте, вот мы прилетели отсюда, да? Вот мы оттуда прилетели. Шли по левой стороне. Вот это вот просто беспонтовая локация. Ну, правда, очень аутентичная, но она никаких входов, входов и выходов не имеет. Идем, идем. О, во! Перебежка на другой путь, смотрите-ка, ребят. Блин, я сейчас запутаюсь. Это вообще... Это отдельный другой мир, реально. Вот она тоже другая, еще перебежечка. Так, 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 так. Вот! Вот, вот это мне уже знакомо. Вот это мне уже знакомо. И, наверное, здесь пацаны мне говорили, чтобы я съезжал с мотоцикла. Да, блин, опять у меня заглючило во флае. Так, ладненько, идем дальше. И вот они. Ну, давайте здесь. Вот только что-то здесь какая-то интересная локация. Давайте ведь сверху как-нибудь заценим. Че это такое? Пивоварня какая-то непонятная. Ёперный театр. Господи. Блин, я извиняюсь, что у меня клавиши не слушаются. Я нажал один раз, а он мне летит, блин, бесконечно. Блин, не знаю, ребят, для чего эта локация. Я вообще не понимаю. Блин, кто знает, ребят, пожалуйста, тоже пишите в комментарии. Ну, ладненько, вот так я понимаю выход. Мы прилетели из точки А в конечную точку Б. Все, уходим. Спавнимся, спавнимся, давай, давай, давай. Невозможно, почему-то флай нереально глючит в этом месте. Да и вообще что-то у меня он глючит. Ладно, так, 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 ух ты. Да я не понял, не был я здесь ни разу. Неохота мне уходить во флай, ой, как неохота. У меня тут будет сейчас... Ёперный театр. Это чё? Ой. Это чё? Куда это ведет? Ага. Ага. Это вот с футбольного поля. Или, ну, как закрытый футбольный этот стадион. Ведет сюда. Ну, вот это, вот эту локацию я действительно, кстати, давно знаю. Все, вот про это мне и говорили пацаны, чтобы я на мотоцикле отсюда удирал. Так, 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 так. Это получается с футбольного. Это вот она, змейка идет. Это идет вообще хрен знает куда. Ладно, мы сейчас отправимся. Давайте сейчас сразу повернем направо. Что у нас тут направо? А направо у нас... Вот что-то такое, да? Ёперный театр, я вообще валяюсь. Дверь куда-то в никуда. Ну вот я типа пришел. Это что? А! Так ё-моё! Это вообще, походу, об этом точно никто не знает. Так, 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 так. Да ё-моё, боже мой. Ой. Такая тяжеленькая серия. Ну, для кого-то, может быть, покажется интересно. Лично для меня реально очень интересно. Вот оно все, мы отсюда, отсюда, отсюда. Только это тупик. Ну, интересные лабиринты. Вообще. Вот если бы я на мотоцикле поехал бы сюда, я бы попал бы просто в тупняк. И, естественно, бы быстро проиграл. Что это за здание под землей? Это что? За пятиэтажка? Это что за эксклюзивчик?
Стадион, знамя. Глобус. Понятно. Понятно, понятно. Ладно, 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 ладно. Где эта змейка? Я уже сам запутался. Друзья, вот она змейка, и мы идем. Вот мы шли направо, там тупик. Все, идем налево. Валим налево. Тут опять идет разветвление. Разветвление вот таким образом. Перегибающим. Ля-ля-ля-ля-ля. И идет оно. И идет оно. Все идет. Причем, по-моему, вот сюда. Охренеть, что тут за лава? Какой-то бассейн. Я впервые об этом всем узнаю, реально. Блин, да что такое? Так, ну то, что, я так понимаю, что прямо, что налево, это типа одно и то же. То, что он там изгибается. Давайте теперь вот типа мы прямо погнали. Ну все, прямо мы прямиком сюда попадаем. И что же у нас наверху? Ра-па-па-пам. Это мы где? Это мы где? Опа! Ребята, кто знал об этом? Вот просто сваливаешь ты, сваливаешь от ментов. Главное, удачно вот так вот, не так, как я. Хопа, ныряешь туда. И просто по тапкам, по тапкам. Да что ж такое? По тапкам, по тапкам. Пофиг куда, главное, тебя не догонят. Однозначно лайк, однозначно круто. Давайте теперь я вам точно покажу, где это находится на карте. Так. Так, так, вот такой вот интересный, эксклюзивный, ну, для меня эксклюзивный лайфхак. Это находится в Арзамасе, это находится рядом с... Так, ну, опытные ребята сразу поняли, где это находится. Я, в принципе, тоже понял, где это находится, просто хочется вам главный ориентир показать. Как, короче, парк, парк. Вот, ну, так, тут гостиница еще должна быть, я так понимаю. Вот она, эта гостиница справа. Да, вот, ну, главный перекресток, я считаю. А, нет, это не главный перекресток курса. В Арзамасе. Блин, как же у меня тупит флай, почему так происходит? Ребят, я очень извиняюсь. Вот. Короче, находится это рядом с вот этим вот перекрестком. Я считаю, это один из главных перекрестков в Арзамасе, потому что здесь и дальнобойщики гоняют вон в ту сторону и так далее, и так далее. И вот он получается так. Да, вот он парк. За этим магазином у нас находится парк. Давайте мы заспавнимся. А, даже спавниться мне не дает. Что-то мне подзаглючило, ребята. Ну, короче, вот она. Вот она, вот эта вот дорожка в этот парк. За вот этим магазином находящиеся. И вот где-то вот здесь вот, короче, ищите вот этот главный путь. Можно, кстати, здесь закладки какие-то такие искать. В хорошем смысле слова закладки. Там, может быть, кто-нибудь скинет пистолет или еще какую-нибудь эксклюзивную вещь, игрушку. Ну и будет кто-нибудь ее искать. Ладненько, ребята, что, на этом мы заканчиваем, наверное, получается, уже вторую. Ладно, ребята, что, заканчиваем на этом... Ладно, что, ребята, заканчиваем на этой ноте вторую часть. Вот он, кстати, этот колодец. Я вам, ребята, как обещал, поделиться небольшим эксклюзивчиком. Не знаю, ребят, видели ли вы его или не видели, но такая история. Ладно, ребята, на этой ноте... Ладно, ребята, на этой ноте мы и закончим. Я обещал с вами поделиться небольшим эксклюзивчиком. Не знаю, знаете ли вы или нет. Но у нас скоро, но у нас в команде появилась новая крутая тачка. Это тачка седан, она черного цвета, и скоро все подробности вы сами узнаете. Либо уже, ребята, узнали. Все, скоро, ребята, с вами увидимся. Не забывайте про 3000 лайков, чтобы максимально меня порадовать. Ну, естественно, все комментарии читаю. Все, огромное спасибо всем, друзья. Увидимся.